Самое крупное массовое убийство в истории США. В Лас-Вегасе пенсионер открыл беспорядочный огонь по посетителям кантри-фестиваля. По последним данным, убиты не менее 50 человек. Преступник находился на 32-м этаже отеля и стрелял из окна. Первоначально сообщалось, что пострадали два человека. Вскоре выяснилось, что гораздо больше. Был убит и сам преступник, его застрелили бойцы спецназа. Им оказался 64-летний Стивен Пэддок. Пенсионер из Лас-Вегаса жил в окрестностях города. Он не попадал в поле зрения полиции, откуда у него оружие, сейчас выясняет следствие.